Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мортит. Мы продолжаем спасать Империю, то есть проходить Dishonored 2. Итак, мы завершили миссию «Пыльный квартал». Ну, хорошо завершили, никого не убив, спалившись всего лишь 50 раз, но завершили. И переходим к следующей главе. Да. Глава 7. Трещина в мироздании. 3 года назад в особняке Арамиса Стилтона провели странный ритуал, как-то связанный с Далилой Каперспун и ее последователями. Попав в дом, узнайте как можно больше о секретах Далилы. Да. Время – странная штука. В детстве я так мечтала о будущем, о тех местах, где я когда-нибудь побываю. А теперь я без конца вспоминаю детство. Мать на троне, таинственную фигуру отца. Я помню крысиную чуму, убийство матери и все, что случилось в пабе «Пёсья яма». Странно. Я лишь хочу положить конец правлению Далилы и вернуть отца. Этот дом хранит тайны Далилы. Она полностью пришла в себя после трагедии, захватила всю империю и меняет ее по своей прихоти. Ноги. С герцогом Лукой Абеля, которого она из жалкого дилетанта превратила в заговорщика. Она сделала себя бессмертной, и даже меч отца не смог оборвать ее жизнь. Я исправлю все зло, которое она причинила, и впредь буду крепче держаться за то, что мне дорого. Угу. Мы все равно, сука, их мирно убьем. Это место как будто высасывает мои силы. Слышь, а мы магию не можем использовать. А это, между прочим, нагиб. То есть магия все равно здесь недоступна, да? Угу, понял. А как вы предлагаете вообще, как это? Это жопа. Вот это реально жопа. Тот случай, когда... как бы можно. Не знаю. В общем, что-то у меня сомнения серьезные. А может и пофигу на самом деле. Просто аккуратнее надо быть. Реально аккуратнее. Ну тогда как бы херово знает, тогда что применять. Пружинная мина. Во, оглушающая мина. Только оглушающая мина нам поможет здесь. Больше ничего. Если мы же можем использовать магию, то только истинная скрытность. Мышь максимум. Подожди, особняк-то заброшен? Тут ничего нету. Ну или почти ничего нету. Думаете, мне здесь не место? Может, это Стилтон? Может быть. Может, он, сука, чокнутый? Стилтон-то, а? Они приносят мне еду и тотчас же бегут прочь. Кажется, они напуганы. Ведро. Интересно, как к этому шизику побраться? Не, ну, судя по всему, тут и бояться-то особо некого, во всяком случае, пока. Возлюбленная герцога возвращается. Странная хрень. Но противников не видно. То есть, вроде как, получается... Тут какие-то такие свойства, которые не дают магию использовать. То есть, по идее, других тут существ таких опасных и не должно быть. Хер знает. Если не убираться, дом начинает гнить. Да, есть такое. С этим домом уже давно такое хрень случилось, я смотрю. Угу. Арамис Стилтон. Стилтон Майнс. Шахты Стилтона. Так, значит, он насчет какой-то добычи занимался, да? Судя по всему. Теперь вопрос, как туда проникнуть в эту комнату, если не привычными нам методами. Значит, как-то по-другому, да? Как-то, может, вот здесь? А? Коллеги, здорово.
Ага. Человеческими лицами. Да, человеческими лицами, конечно. Наверное, еще какая-то дыра будет, туда можно будет спрыгнуть. А может и нет. Писец, ты живешь, конечно, Стилтон. Вообще такой гадюшник у тебя. Ах, киты! Я слышу, как они воют друг другу. Разбухшие твари. Точно. Шизик, сука, полный. Соберитесь, господин Стилтон. Подогрей одеяло, ладно? Господин Стилтон. 3 года назад в душе Арамиса Стилтона что-то сломалось. И что же? Он, как и часть его дома, остался в том вечере. Герцог с друзьями все еще здесь. Воплощает великий план. План Далилы. И душа Стилтона тоже здесь. Навсегда. Бездна — это не вполне место, и тебе не понять ее странную суть. Она смотрит на тебя, и в сердце дома Стилтона бездна стала сочиться в твой мир после проделки Далилы. Здесь магия искажена, здесь все по-другому. Возьми. Можешь считать, что это часы. Вернись к герцогу и Далиле. Возможно, ты все поймешь. Временный компас чужого. Кажется, ночью будет холод. Используйте временный компас для путешествий между настоящим и прошлым. Интересно. Нажмите, чтобы переключить временную шкалу. Нажмите F, чтобы закрыть или открыть линзы, позволяющие видеть сквозь время. Советы. Перемещайтесь во времени, чтобы обходить препятствия и уходить от врагов. Ни хрена себе. Вы не можете перемещаться во времени, если у вас на пути оказалась какая-либо преграда. На обеих шкалах время движется независимо от того, в которой из них вы находитесь. Изменения в прошлом будут иметь последствия в настоящем. Понял? Ни хрена не понял. Ну как бы нет, я понял смысл, но как это работает, я пока что... Во имя бездны. Вас гости ждут в кабинете. Герцог ждет напитков, а я войти не могу, я не знаю кода. Там записано 3.15. Что? Его нет, он на террасе. Нужен код от кабинета. Он в его блокноте, мэм, а блокнот при нем. Спасибо, капрал. Признаться, мне не нравятся гости Стилтона. Мне тут уже устроила ты королевская. Да, про нее. Странная особа. Так. Не важно. Так держать, капрал. Бля, а как туда попасть-то, сука? Отсюда. На заднем дворе, да? А что мне это дает? Мне какая разница? Мне код надо добыть. Выбраться отсюда можно только в настоящем, с помощью компаса. Нет? Сука, непонятно ничего. А, понял. Ага, вот так. Как же это я так постарел? Где? Вот. Дебилизм, сука. Нет, не точно не дебилизм, я понял, как бы, как это все. Да, что у ты... Стилтона был уютный дом, пока что-то не произошло. Что-то не произошло, все правильно. Произвести впечатление на герцога, кураторшу эту. Он же лучше их обоих. Конечно, лучше. На помощь! Тут что творится? Стража! Люди! Что еще стряслось? Какие люди? Какая стража? Никого тут нету. Правильно? Правильно. Че нервничать-то? По пустякам. Реально по пустякам нервничать. Бля. А в том времени, интересно, она заблокирована? Нет? Интересно, а как же выбраться? А? И у кого ключ, сука?
Женщина, у вас ключ есть какой-нибудь? Нету? Ладно, извините. Да, вы спите, спите. Я вам мешать не намерен. А? Что? Рыбий хвост. На, получи. Так. Ну, чё-то нам это нифига не дает. Я не могу понять, как это вообще может хоть как-то повлиять существенно. Неясно, сука. Вообще неясно. Так, я же могу что сделать, по идее? А, вон оно как, ясненько. Все, да? И вот оно получается так, что... Вроде как и без проблем. Что-то я не понять не могу, мне как-то мышка себя странно вести очень стала. Чем бы это могло быть связано? Ага. А, так я через линзы же могу точно смотреть. Я могу на некоторые вещи наблюдать дополнительно. Так. А тут ничего и не было, собственно говоря, интересного раньше. Чего? А ты кто? Им нужна твоя кровь. Я выпущу ее из тебя. Не, не думаю. Я вот что еще хочу сказать. Поймите меня правильно. Поймите меня если правильно. Вы не уйдете, если я не пошел. Забейте. Теперь придется сделать тебе боль. Да ничего ты никому не сделаешь. Я тебя вырублю нахрен, придурок. Или прищучу вообще. Правильно? Правильно. Как мои действия тем вечером изменят мое время? Никак не изменят. Все хорошо будет, моя сладкая, не нервничай. Ну, нагнем кого-нибудь. Ну, еще что-нибудь такое произойдет. В глобальном смысле-то ничего не должно поменяться. Хотя, кто его знает. Что-то мышка себя странно ведет. Может, уже как бы... Кирдыки. А что, больше 2 лет мышки. А я ее вообще безбожно просто юзал. Обычно мышки только не живут при таком использовании. Но моя живет. Что она хорошая. Моя маленькая мышечка, сука. Дорогая, правда, падла. 5000 рублей. А другой я никакой не хочу. Надо снова 5000 рублей, что ли, пошлять. Тогда я 3,5 платил. Тогда цены другие были, когда я покупал. 2,5 года назад. Только кризис начинался. Ну, даже вот этот мужчина, он как бы... Он спит. Вот видите? Себя хорошо чувствует. Женщина тоже. Или нет? Женщина вообще как-то... С ней нельзя взаимодействовать, она нехорошая. Что-то с мышкой все-таки непонятное. А я тоже умею играть. Хочешь, сыграю? Видел, да? Прикольно, правда? Но ей, по-моему, пофигу. Ей вообще 2 лампочки на все. Она поймите такая... меня правильно. Если вы не уйдете, я позову на помощь. А, я не против. Ничем не могу тебе помочь. Лучше согласен, тебе согласен. Ухожу. Не знаю, чего тебе надо, но да. Помочь... Ничего не надо, честно. Вообще ничего не надо. Вот как скажут, мол, что-то не так. Ага. А мне сразу так неуютно становится. Да пошли они нахер, правильно. Так, признавайтесь, сука. У кого из вас ключ, а? У кого из вас ключ? О! Кто-нибудь! Помогите! Что тут происходит? Кто зашел? Кажется, сваливать надо. Че? Так, мужчины. Маш, вот ты? Он такой вообще интересный, вот этот мужчина. Нет, у этого нету. Нифига читерская штука, да? ВХ.
ходишь, смотришь, у кого что есть. У этого тоже ничего нету. А у этого? Не вижу. Нет, по-моему, тоже ничего интересного. Ничего. У кого же ключ? Или где он, этот ключ? Монетки. Нет, монетки меня точно не интересуют. Меня интересует что-то более существенное. Хм, интересная комната. О, ёпрстая. А как сюда попасть-то? Хм. Металлическая комната. Сюда переместиться. Вот! Вполне можно, оказывается, да? Ага, тут дыра. А здесь ее нету. А если там дыра, а здесь ее нету, то, сука, нагиб случается, значит. Есть какой-то ответ. По-любому есть. Давай, Уинслоу. Открывай. Богато, сука. О! Статую не трожь. Прочитать. Фернандо. Не двигай статую самостоятельно. Она тяжелая и может упасть. Дождемся Джейми и все вместе это сделаем. Я знаю, ты хотел поставить ее в зале, но господин Стилтон не из тех, кто любит смотреть сам на себя за обедом. Кроме того, этот бюст – подарок покойного герцога Теоданиса. Для господина Стилтона это грустные воспоминания. Как бы то ни было, статую вернули в сейф, но он хочет поставить ее лицом к стене, так что придется попотеть. Хорошо, что удалось уговорить его убрать из столовой эту жуткую картину, которую он купил на ближайшем рынке. Повешу ее туда же, к статуе. Я понял, но, сука, тут же пролом был. Точнее, будет. Потому что будет-то он только в будущем. Вот статуя. Отверстие. Интересно, как это отверстие образовалось? Интересно, может, мы его сделаем? Да, кстати, что это за механизм? Можно как-то поднагнуть это все? Нет, кран какой-то, сука. Нет. Это явно не срабатывает. Ну, в сейф мы, конечно, красиво проникли. Тут базар у нас. Тут. Нет. Подожди, хотя подожди. А если хорошенько подумать? А если мы разобьем статую сейчас, вот, то в будущем ее не будет. Ха-ха, да. Именно так. Именно так, деточка, да. В будущем, в нашем времени, что мы видим? Мы видим, что, в общем-то, тут все вроде и как хорошо. И нормально даже. И ничего и не происходит такого страшного. Есть какие-нибудь фишки, которые можно приобрести тут? Вроде нет. Ага. В этом времени, в нашем, тут все заблокировано. Так, а в этом времени усыпляющие дротики есть. Что неплохо на самом деле. Даже хорошо. Но дверь также заперта, как и та. Как и в том времени. В настоящем времени. Она все, сука, настоящая. Интересно, что было в Дануэле в ту ночь? Жопа там была. Что сейчас делаю я? Какая разница, что ты делаешь? Не думай об этом. Ты маленькой девочкой тогда еще была, скорее всего. А нет, уже, или да. Нет, ты была не маленькой. Не знаю, там, может, своим хахалем развлекаешься. Хрен тебя знает.
О. Так, давай подумаем. Что здесь есть? Это мы находимся в прошлом, опять же, да? Чем мы можем... Нет, скорее всего, какого ключа тут нету. Ключа никакого нету. Не, подожди, подожди. Не та кнопка, сука. Да нет. Вот. Что мы видим? Отверстий в стенах нету. Здесь тоже. Ага. Мы знаем, что вот тут есть отверстие. В другом времени. В нашем уже времени. Да? Оно не ломается, это отверстие. Вообще никак не ломается. Ну, во всяком случае, не получается у нас его сломать. А в том времени как оно было? Ну, а в том времени тут стоит письменный стол. И не просто письменный стол, а вот с таким вот кошельком. Который почему-то не берется, правда. Ладно, в жопу кошелек. Кошелек это не главное. А если я залезу под стол... Опаньки. Сработало. Неплохо придумал. Работает. Так. Не, ничего полезного нету. Так. А где этот суперагрегат? Где он? Вот, да? Нет. Чё это? Заставляется противника сбежать и забыть. Жалящий болт. Нифига себе, нормальная тема. Временный компас, вот он. Так, здесь все иначе было. Совершенно, я смотрю. Что, в принципе, никого не интересует. Так, а тут что? Ничего нету, так, закрыто. А ну-ка. Нифига, да? Угу. И там не работало, и здесь не работает в этом времени. Есть такие вещи, они никогда не работают. Ни раньше не работали, ни сейчас никогда работать не будут. Через жопу. Как Лада Калина. Вот, все. Так. Кровавый янтарь. В этом времени сейф сломан. И мы видим на нем... А мы ничего не видим. Не видно нифига. Все раздолбано нахрен. И здесь все завалено. Здесь это никак использовать нельзя. А в прошлом... Все-таки... В прошлом здесь... Ага, погоди-ка. Хотя, чё погоди-ка, если тут не... Что-то не так. Здесь даже воздух другой. Да. А, так я открыл, что ли, что-то? А что это такое? Это ж крематорий, сука. А хотя подожди, опять же. Опять же, подожди. Не получается сюда залезть, нельзя? Ничего не видно. То есть тут получается вроде как ничего и нету. Нифига подобного. Интересно, как это можно использовать? Ну, здесь есть крематорий, да? Он как открывается. Печь есть какая-то. Опаньки. Типа так, что ли? Да ладно. Нормально. Во! Что-то меняется. Чего не знаю, правда.
меня такие странные предчувствия. И чё? Вы что-нибудь поняли? Что-то поменялось от этого? А, волкодав не сдох? Тело его не осталось, и осы, соответственно, здесь не сделали гнездо. Нифига себе тема. Да, кстати, на всякий случай. Надо сломать, да. Пусть будет, а то мало ли. Им нужна твоя кровь. Не нужна никому моя кровь, пошел в жопу. Да. Немного. А выйди, Марта, за меня. Долго я ходил в моря. Молодец ты, мой лошок. Ты хреновый постовой. Хер соси, мой дорогой. Так. Никто мне ничего не делает, сука, поверь мне. Поверь мне. Вот. Что и требовалось доказать. Лохнесс, сука. Чего не слышу. Будет проще, если мы откроем двери. Он и в Африке, Лохнесс. Воздух здесь как наэлектризованный. Нормальный воздух, не гони. Не подходи, сука, я сопротивляюсь. Че ты там выпендриваешься? Эй, кто? Ты больше не причинишь им зла. Не, не причиню. Тебе тоже. Отдыхай, мой хороший. А кто это такой? Типа зомби какой-то. Вроде и не зомби. Какой-то одержимый, да? Мужичок вот этот. Все, мы эти осники разорили нахрен. Нет. Где эта хрень? Вот она. Угу. Ну да. А я и сказал сразу об этом. Да. Ауа, уже поздно, сука. Все. Потрачено. Трещина в мироздании. 3 года назад... Да, это мы знаем, мы это читали. Сука, я спать хочу что-то. Но время уже-то позднее, да. Уже как бы нагиб. А тут это не работает, что ли? А тут ты штука, штука не разобрали. Надо отлить. В прошлом Стилтона защищала работает. Гвардия. Угу. Ох, ёпарасете, сука! Ни хрена себе тут у них улей! Охренеть просто можно! Я реально в шоке. Так. Тихо, тихо. Спокойно, спокойно. Умри! Скотина такая. Ой. Мама. Куда я провалился-то? Да, блин, задница. Нет, так нельзя. Давай, давай, иди сюда. Бобик. Все. Брысь отсюда. Че это там мигает? Показалось. Ничего там нету. Что? Кто вы? Да почему кто вы в моем доме? Чтобы говорить, что я не заслужила повышения. Здорово, мужик. Зачем вы здесь? А вот и дневник. Да. Сегодня вечером вместе с герцогом Лукой
придет множество незнакомых мне людей. Зря я согласился на этот проклятый спиритический сеанс. Что-то случилось. Я нюхом чую. Может не явиться, сказаться больным или запереться в уборной. Так или иначе, но я должен сменить код от двери кабинета, как меня и просили. Надо сосредоточиться на чем-то отстраненном. На старых воспоминаниях. 874. 874. Да, есть такое. Есть. Так. И все. И нормальненько. И мы спокойненько идем обратно, правильно? Правильно, спокойненько идем обратно. Сука, тут же не пройдешь обратно никак. Так. Нифига мистика вообще, да, вот эти переходы между мирами. Временами. Временами, сука, да. Ну, не временами года, а временами вообще там года там. Процесс целый, блядь. Ты где-то здесь. Да, надо осмотреться. Она где-то здесь. Какое-то движение. Эй, кто? Подожди, так я что, не ушел, что ли? Странная хрень. Где ты? Тихо, нормально. Я ушел. Не пойму, почему тут кабинет Стилтона, сука. А, ну да. Это же там. Сейчас разберемся. Подожди. Не понял. Уж он-то умеет найти общий язык с начальством. Как так? А чё его кабинеты в разное время, в разных пространствах, в местах, что ли, находились? Чё-то не пойму. А, здравствуйте. А, нет, женщина! Сука, такая жопа вообще. Не приближаться. Нет! Какую задницу влип вообще? И подлечиться-то нечем. Вот что досадно вообще. Нет. Ай-яй-яй. Сука, вообще нечестно. Когда эта херня кончится? Сколько их тут, сука? Они там бесконечные, наверное, да? Все. Отлично. Сука, хуже крыс в первой части. Реально хуже. Когда их много, это вообще задница. Когда мало, тогда да, нормально. Так. Эти ушлепки там меня ищут. Меня на самом деле нету вроде как. Так. Тихо. Нет, тут тоже не пройти. Ладненько. А вот тут. И вот тут я могу. А там я бы не смог, наверное, да? Так. Ага. Нормальненько. Все. Вот это я понимаю успех. Тихо. Тихо. Давай. Есть. Вот, мы подбираемся. Мама, нет. А. А тут и нельзя тогда, наверное? Блин, башка кругом идет. Там время, здесь время. Чё, сука, происходит? За что такое наказание, бля? Так. Открыть можно? Сразу говорите. Нет. 198. Ага. 06. А пароль-то я не знаю. Я реально не знаю пароля. А как его узнать? Не, ну понятно, что он где-то написан, наверное. Но вот именно где, это хороший вопрос. И я даже, это только вопрос, сколько загадка, сука.
Опять что-то с мышкой, опять она что-то быстро стала ездить. Может, это в игре просто такие, такая фигня? О, не-не-не, я забыл, что я в этом времени. Тихо. Бля, этот участок, наверное, лучше пройти в другом времени, да? Да, наверное, так. Другой раз я ее поймаю. Да, иди лови там в другой раз. Другого раза не будет. Я больше в это время не вернусь. А можешь вернуться? Я ее поймаю. Да, молодец. Флаг тебе в руки. Лови. Так. Че тебе не надо, придурок? Иди отдыхай. Страж гнезда, без сознания. Страж гнезда? Так это чё? Понятно, так... А, это же бездна, сука. Эти осы, это порождение бездны. Их еще и зомби какой-то охраняет, короче, ходит. Вообще нагиб. Нихера себе, вот это вообще так... Как оно все? Подстава, бля. Серьезная тема, серьезная. Эти осы, знаешь, это порождение бездны. Хуже чумных крыс. Все понятно с ними. И все из-за Далилы такое говно началось. Из-за нее, сука, моя мышка что-то плохо в этой игре работает. А может и не только в этой. Может, мышки уже кранты наступают. Жалко, сука. Ну, вообще, большинство мышек сейчас геймерских. Они 2 года не служат. Это почти 2,5, наверное, уже. Ну, больше 2. Нет, 2 и пару месяцев, наверное, так. Но суть не в этом. Водичку никак вот не попить, да? Где пароль взять? О, что-то съел я. Какие-то корешки. Пистолет. Так. Это ладно. Давай снова врубаем наше суперустройство. И врубаемся. Хотя, погоди, там пароль есть, да? Там есть пароль, да. Там пароль. А можно ли как-то в эту комнату пройти по-другому? Может, какой-то разлом есть в нашем времени? То есть, что-нибудь раздоблено? Ой, мам, нет. Бля. Надо сломать это все. Вот так, наверное, нормально будет. Да. О. Че придумывать, правда? А, они тоже разлетелись все. Во, я же говорю, нормально. Бабла стоит, я смотрю, неплохо так этот янтарь. Лифт не работает. И что мы понимаем? Мы понимаем, что прохода-то никакого нету, да? Все равно надо придется отгадывать эту хрень. О, вообще ничего не видно. Странно. Это очень странно. Мистика, бля. Ну-ка, а если в том времени? Может, сразу все работает уже? Что, конечно, вряд ли. Да, не работает. Может, вырубить всех охранников и потихонечку исследовать тут все? Я вот так думаю. Не, наверное, так все-таки не стоит. Тихо! Теперь я тебя поймаю. Извините, пацаны. Извините, извините. Ничего личного. Ничего против вас не имею. Странно. А тут что валяется? Ага. Ой, хорошо. Опаньки. Не-не-не-не. Всё. Бамбуча. Все хорошо, можно потихоньку всех стражников передушить, а потом уже разбираться. Да, так оно проще будет, наверное, даже. Еще один день, как вчера, и брошу я это занятие. Конечно. Пить всегда это как бы, это правильно. Это как диета, она всегда завтра начинается. Да. Угу. Бля, ты зачем пришел, придурок? Я ее собирался немножко того этого самого. Вот засранец. Молодец. Да сука! Сколько вас тут, упырей? Жопа полная, короче. Я реально засыпаю, короче, тут.
это нагиб. Я вас все равно нагну. Хера вас тут. Ну хорошо. Ужасно! Все нормально. О! Нашего нагнуло, да, конечно. Так и есть. Мэтт, вон там, на лестнице. Чё? Чтоб тебя! Ой. Такой чит вообще, отвечаю. Сквозь стены ходим, всех нагибаем, ВХ имеем. Нравится мне. В Warface так хочу. Думаешь, ты умнее всех? Да, думаю. Я тебя найду. Слепошарок, кого ты найдешь? А? Проклятие. А, давай с тобой честному. О, нет! Это не честно, сука, это чит. Вы это слышали? Что тут происходит? Ладно, все. Но, если так вот, с пистолетиком, я тоже, сука, нечестно буду действовать. Пошли в жопу. Пипец, да сколько вас тут, сука? Вы когда-нибудь вообще кончаетесь? Нет? Я что-то тут, короче, это, монтажным инструментом сделал. Сейчас посмотрим. Чё, не знаю, правда. Хрен его знает, в общем. Чё-то, в общем, хорошее, полезное. Так. О, тут лифт есть. А вообще, какой толк от него? Зато сервис. Да. Заебали вы меня. С тех пор, как я надела эту форму, убью тварь! Сука, нет! Ах, сука, как это приятно. Чмо. Так, на чем мы остановились? Ну да, пароль. Нифига, да? А, я же тут 0 хотел поставить. Не он, да? 086, не он. Странно. Ладно. Это серебро, оно не сломается. Правильно. Я не о том беспокоюсь. Ты же знаешь, что подвал опечатан. Трупные осы. Да. Ну да, они отпугнут любопытных. Они всех отпугнут. А при чем тут трупные осы? И откуда они у вас тут, а? Интересно. Так. А ну-ка. Давай-давай, всплывай. Фига себе. А куда это я приплыл-то? Непонятно. Вот. Где это я оказался? Вообще жесть такая. А, вот оно как. А что это нам дает? Непонятно. Но тоже какое-то это место. Как-то его можно использовать, значит. Хм. Так, интересно. Наверное, что-то с этими ящиками делать надо. Они всплывут сюда. А если они сюда не всплывут? Хм. Нифига, да? Жопа, блин. Да, они всплывают, эти ящики, впоследствии. Потому что тут все затопляет, да? Интересно. Ну а разве что-то это может дать? Тут все равно как стекло было, так и есть. Непонятно. Короче, я проще найду. Сделаем. Я нахер всех перебью, узнаю как пароль, загружусь. Да, сука? Вот именно. Загружусь. И веду пароль. Да. Так. Привет. Как ты? Хорошая моя. Окс. Спрячь оружие. А? Что? Вон что? Тут на нас что-то похоже. Люди! Похоже, да. Но не мы, значит.
Та-та-та-та-та-та-та. Музыка красивая, правда? Мне надо работать. Здорово! Ничем не могу тебе помочь. Лучше беги отсюда. Да нет. Отстаньте! Ты чё, сука, сдал меня? Да. Гандон маленький. Так. Не надо было так себя вести плохо. Так. Да где этот, сука, пароль лежит? Задолбало, блин. Где пароль? Салфетка на счастье. В жопу себе засуньте эту салфетку, сука, на счастье. Стилтон не был аристократом. Не был. Он начинал забойщиком в шахте. Да. Ладно, эту не буду трогать, кому она нужна. По крайней мере, я теперь работаю в приличной части города. Тебе сразу пиздец. Мы что, сука, вот с вами у меня особые счеты. Мы с вами поговорим, когда я за Корву буду играть. Вам не понравится, я обещаю. Где этот пароль лежит от этой долбанной двери? Почему динамита нету? Дверь нельзя взорвать. Должен быть какой-то альтернативный путь. Должен быть. А его, сука, нету. Где пароль? Закрытая комната. Закрытая. Это важно, поскольку мы не хотим, чтобы твои услуги вошли в самый неподходящий. Так. Пятеро, включая тебя. Бля, нету пароля. Пароль где? Нет. Говорит, Стилтон был хорошим человеком. Хорошим. И не ладил с герцогом. Хорошим был человеком. Очень. Но, сука, пароль не оставил. Гандон штопанный. Где пароль? Где он его, сука, спрятал? Где-то же должно быть. И чё все этих крокодилов, блин, коллекционируют? Чё у них особенного? Почему не другие животные? Почему не крысы, не мыши? Не бабочки, бля. Не бабочки тут есть. Почему крокодилы? Этот шавал мне тоже не нравится. Так, сейчас. Надо подумать. Что-то я... Что-то там не до конца, бля. А чё я всё подбираю, если всё равно буду загружаться? Мне только пароль надо узнать. В чем глубина нагиба-то вся? Где этот пароль? Чё? Кто-то тут кричит? А зачем кричит-то вообще? Не? О, музыка. Нифига я место нашел. Ого. Чё это, монеты какие-то? Чё это такое? Клари, я получил твое письмо и почти дочитал. Мой ответ нет. Мастер Стилтон тронулся умом после встречи с герцогом, но я его не брошу. Он вытащил меня с этой шахты. У меня переломаны ноги, а он все равно дал мне работу. И я не брошу его. И я бы выбил из него дурь, если б мог. Но пока стараюсь не попадаться ему на пути, а то он очень злой. Я ему до вечера говорю: «Господин Стилтон, это я, ваш верный Джейми, но без толку. Но ты все правильно говоришь. Все разбежались месяц назад, а тут куча работы. Я один не справлюсь. Готовка, ремонт. Скоро тут все обвалится. Рано или поздно придется уехать». Да, нагиб. Сука, я почти всех передушил. Ну, в смысле, они все живые, но просто без сознания. Где же кот? Как вы задолбали. Сколько вас уже это, душить-то можно? Тут, по-моему, весь дом только в этих... В охранниках, короче, спящих, сука. Как? Какой код, блин? Если вот так открыть, мы видим здесь 06. А здесь вообще непонятно, что валяется. 06. Но это не работает. Здесь 0, да? Подожди. 0. Ну, вдруг это действительно так. 06, да? Давай. А теперь просто надо подобрать вот эту цифру, наверное, да? Так, ладно, сейчас будем пробовать дальше. Так. Там же 06, да? 06, да. А это просто валяется. Мне кажется, нет, скорее всего, как-то по-другому будет. Ну-ка, скорее всего, хотя хрен его знает. О, нифига себе картина. Видели, это та самая картина, куда попала эта, Далила.
по-любому это та самая картина. Нет. Вроде же было, да, уже? Ну, код явно другой. Бля, где его взять? А, так я здесь был, что ли? Наверное. Абели вместе с остальными будет пить мой дорогой виски и обсуждать свои темные дела. Джиндаш будет коситься на меня, словно кот с недоеденной мышью в зубах. Ага. Эшвард будет насмехаться над тем, сколь мы все заурядны. Не обращая внимания на очевидное, она начнет со мной флиртовать, но потом обязательно поставит меня на место. Чтобы сдержать злость, я буду думать о Теодансе. О том, как много он значил для меня. Я напомню себе, что именно ради этого момента я столько трудился. Когда-то я махал киркой в шахте, а теперь я принимаю в своем доме таких гостей. И если им вдруг захотелось устроить спиритический сеанс, кто я такой, чтобы их отговаривать? Да. Что бы ни случилось, я об этом пожалею. Ага. А потом появится Меган. Разговоры с ней всегда меня успокаивают. Ага. Слышь, пароль где, сука? Черный человек, здравствуй. Поймите меня. Все нормально, да. О, прощай, Тревор. Тревор, странно, что тебе хватило духу признать, что ты меня больше, что ты меня боишься. Это хорошо, наверное, не зря боишься. Я все лучше управляюсь с клинком. Как бы то ни было, я ушла к стенотелям и прошлой жизни уже не вернусь. А если у тебя кишка тонка и ты не хочешь к нам присоединиться, так и проваливай в бездну. У меня уже есть 4 новых дружка и даже пара подружек, если мне захочется. Надоело плакать, так что прощай навсегда. Если, конечно, не передумаешь и не решишь к нам присоединиться. Все, понятно, пошел в жопу. Все не нравится. Нагнуто. Музыка спасет мир и мои нервы, пока я ищу этот долбанный код. Да. Тут что нам расскажут? Ну-ка, давай. А, это музыка была. Музыку можно. О, хорошо. Я, сука, передушил все местное население. Они все дрыхнут. Ну, большинство, во всяком случае, точно. Тут что? Герцог и прочие собрались в кабинете. Позаботьтесь, чтобы им было удобно. Если понадобится, я на заднем дворе. Собираюсь с мыслями перед тем, как присоединиться к ним. Последний полет кабинета в моей записной книжке. Зайди за мной. Стилтон. Последний пароль от кабинета в моей записной книжке. Зайди за мной. А где записная книжка твоя, сука, упырь вонючий? Да ладно! Сука, я счастлив! По-любому, где-то здесь записная книжка. Где-то здесь она, я знаю. Я чувствую. Да. Нет, народные песни мне не нужны. Где записная книжка Стилтона? Что за нагиб? Почему так? Да нет, ну он же сказал. Последняя... Нет, в записной книжке, правильно? Где-то здесь должно быть. Бляха-моха, ну неужели здесь нету? А где записная книжка? Ну хотя бы хорошо, что мы понимаем, что это в записной книжке будет. Когда мы фехтовали, Корво включал метроном, да, чтобы я не теряла темпа. Правильно. Пусть не теряет темпа. Девчонкой я делала все, лишь бы не заниматься. А теперь мне так нравится играть. Да, сука, мне тоже. Календарь.
Во! А, руна выше. Блин, где эта книжка? Говорит, если что, я на заднем дворе. А где это? Жива? Ну да. А чё это нет вдруг? Вот сука. Так, собачку мы убили, да? Да. А женщину нет, мы ее не будем больше убивать. Зачем? Не надо женщину убивать. Пусть живет. Пока что, сука. Что это за дивные места? По-любому тут, наверное, даже записная книжка. Сука, я скоро помешаюсь на этой записной книжке. Где он ее, сука, хранит? Кабинет. Кабинет. Но я знаю, что кабинет, сука, он заперт. Туда не проберешься. О, смотри, собака. А что там собака делала? Не знаю, странная собака. Вот, кабинет. Но он, сука, заперт. А он не открывается. Я не знаю, где комбинацию эту взять для. Я, говорит, на заднем дворе, сука. Пойти этого гомосека, что ли, вырубить нахер. Где его комбинация может быть? Ро. Да, ей пофиг вообще. Вот. Хотя бы денежек заработаю. Да. Ах, глаза-то как жжет. Да, у меня тоже столько тут сижу, у меня тоже глаза жжет. Есть такое. Интересно, ну, хотя они, по идее, бесполезны, что они тут сидят, от них толку-то никакого нету. Да. Или есть. Постой, я там буш. Эй, кто? Не понимаю я. Задний двор Стилтона. То есть этот гомосек где-то здесь? Можно его присануть? По почкам ему давать или как? Хер пойми. Но я постараюсь. Я сомневаюсь. Дыхай. Лука Абеле, сын своего отца. Вот этого гомосека, может, все-таки придушить надо, как вы думаете? Хорошая мысль. Ну. Нельзя? А жаль. Мне так хотелось. О, Тео, скорее бы ты пришел. Иногда мне хочется ага. Вернуться на шахту. Крушить породу. Этот огромный дом, что он мне дал? А что он тебе дал, мужик? Кто вы? Почему? Что за шум? Что происходит? На помощь! Эй, кто вы? Чё, вот чё с ним делать надо?
Он говорит, у меня в записной книжке. Да ну. А чё да ну? Баран кигнул. Так ты не увидишь кошмар, который сведет тебя с ума. Почему? Вырубив Стилтона, я меняю прошлое. Ага. Но что изменится? Вот я хочу знать, что изменится. Чё-то, сука, меняется. Не, реально, вот это не загадка, а залупа конская полнейшая. Сколько тут этих домосеков? Здорово. Ага. Да, спокойной ночи. Можешь в этой комнате. Тут, блин, комната реально замок. Вот ходишь, короче, ты просто с ума сходишь. Дневник художника! Бля, не тот дневник, не того художника, сука. Ха-ха, да. Блядь, вы мне сейчас надоели, блядь. Пидорас, блядь. Блядь. Бля, вот я дурень. Я же его, сука, записывал, когда во дворе был. У меня же 8. Бля, я час лазил, я его знал, сука! Я знал этот код целый час. Здесь хуже всего. В этом месте два времени как бы пересекаются. Да. Где Стилтон? Сука, башка уже просто не работает, я извиняюсь. Мы с моим отцом были близки. Да. Пошел ты в жопу. Я сама-то не могу это полностью осознать, а уж вы тем более. Если кто-то еще сомневается... Пора отринуть сомнения. Это выходит за пределы рационального. Вот та самая грань, где натурфилософия переходит в нечто иное. Да, я это чувствую. Мы рискуем сойти с ума. Далила, ваша императрица, вы должны исполнить свой долг. Далила сильна, как никогда. Мы с герцогом слышали ее голос. Она нашептывала нам. Теперь время пришло. Займите места. И чё? Чё дальше-то? А не та кнопка, сука. Бля, как, а когда у меня была та кнопка, сука? Вот вопрос, да? Спиритический сеанс. О! Во. Ну давай. Прислушайтесь к бездне за пределами мира. Слышите ее силу? Слышите? Да. Клянусь звездами. Ага. Это восхитительный любой оргии. Действуй! Я здесь. Я вернулась. Из холода. Из вечности. Она Они ее вернули, значит, да? Любопытно. Похоже, все получилось. Теперь моей душе ничто не грозит. Она заключена в этой вещице. Лука, положи ее под замок. Я боялась, мы тебя потеряли. Бриана, Лука, я никогда вас не покину. Стой! Я не вижу тебя, но я знаю, кто ты и когда. Ты здесь, чтобы увидеть мое возвращение. Да. И однажды я приду за тобой. Ну, может быть. Но я тебя все равно нагну в итоге. Так, что дальше делать? Какая-то херня, сука. Надо сваливать, там что-то происходит. Опаньки. Все. Мы бежим в пыльный квартал. Зачем, не знаю, правда. Может, уже все, а может, еще ноги будет. Очень, сука, противная миссия. Все потому, что я забыл, что я уже знал. Да. Ну, как бы да. Так оно и бывает. Я затупил. Я каюсь. Я был виноват. Не они, как бы, пидорасы, как я говорил. А я был неправ. Ну, бывает. Блядь. Вообще какое-то
Не мой день. Устал я, спать надо уже. Сейчас все хорошо будет. Говняки, сука, дрессируют меня. Трещина мироздания. В жопе у них трещина, а не в мироздании. Так. Ой, а где это я? Да ну нафиг! Спасибо. Оглянись вокруг. Очередной рассыпающийся островок на самом краю бездны. Да. Нет, он особенный. Да. Здесь 4000 лет назад мне перерезали горло. Тебе? Здесь моя жизнь закончилась и снова началась. Здесь я был создан. Эта часть бездны кажется старше. Кто это такие? До самого конца я думал, что смогу сбежать. Я боролся. На веревке лишь рвали мою кожу, пока я не обессилел. И тогда нож коснулся моего горла. И я понял, что ждал слишком долго. Кровь хлынула из раны. А я стал богом. Теперь ты знаешь секрет Далилы. На исходе своих дней она отправилась в плавание сквозь бездну и должна была сгинуть навеки. Но ее воля и коварство не имеют себе равных. Она нашла это место. Остров посреди бездны, который сделал меня тем, кто я есть. Он изменил ее. А она нашла способ выбраться отсюда и захватить власть. Угу. Далила теперь часть меня. И мне это не нравится. А, конкурентов, сука, не терпишь. Понятно с тобой все. Ой, нет. Ой-ой. Во. Да. Надо отдать должное Далиле. Она оторвала кусочек себя и спрятала в изваянии. Она стала бессмертной. Понял. Если хочешь убить Далилу, придется найти и вернуть ее душу. Выполнить это непросто. Но то, что последует, станет труднейшим испытанием в твоей жизни. В мире больше тайн, чем кажется. Загадками говорит, сука. Да, это правда. Больше тайн, чем кажется. Этот странный день прошел, и теперь нужно вернуться на шлюпку, где ждет Соколов. Нужно. Нужно вернуться на шлюпку. Согласен. Похоже, семейный комитет. Очень непростой день. Особенно без спецспособностей вообще жопа была. Вряд ли кто-то хотя это заметил. Компас тоже этот. Но дела меняются к лучшему. А он, кстати, у нас остался, компас этот. Да, он у нас остался. Вот он. Легко. Так. Да, кстати, надо бы его посадить на какую-нибудь кнопку. Давай на семерку его посадим. Пусть будет у нас, правильно? Пусть будет. Тоже так, вполне неплохо. Вот. Получит по заслугам. Властить или рано, или поздно. Вы готовы? У меня пыль уже в горле першит. Я готов, Антонио. Вот кто-кто, а я точно готов. Полностью. Причем я и здесь готов, и там готов. Да, мне удалось обойтись и без Паула, и без Бирна. И побывать у Стилтона. Можно отправляться. Я в шоке. Сколько нервных клеток я потерял. Трещина в мироздании. Ну то, что это трещина, это правда. И мы это сделали. Мы это сделали с вами. Мне надо спать идти, я уже не могу, короче. Башка не соображает, все, нагиб. Но, в любом случае, если вам нравится вот это вот все, это тупление, это горячее, живое бомбление, и несмотря ни на что, отличное настроение, то ставьте лайки, чешите яйки, друзья мои, вступайте в нашу армию и, конечно же, нагибайте всех. И мы
увидимся с вами.